Всем привет, YouTube привет. Пришла посылочка мне небольшая от Димы. Таганрог, спасибо большое. Сейчас не буду томить долго, распечатывать и прочее. Сразу перейду к делу. Здесь у нас три позиции. Вот такие вот насадочки. Ну, это не насадочки, это трубки водянистые от теплых полов. Потом вот термоклей на пробу мне Дима прислал. И китаёзовские насадочки на пробойники или на крючки. Я не знаю, но скорее всего, наверное, на крючки. Вот, ну попробуем и на насадках, и на пробойниках, и на крючках. Ну, идея такая, что скорее всего на пробойники одевать. Вот, чтоб я не заказывал, он мне просто взял и выслал, чтобы попробовал. Понравится, я себе закажу, ссылочка есть. И ссылочку я положу под видео. Второй момент, значит, вот он наш, вроде бы, российский клей. Вот, сейчас попытаюсь. Вот так вот на нем красиво все нарисовано. Заклей 701. Вот, неплохой вроде клей, визуально вот оно такой, прям стоит как у молодого на свадьбе. Вот, посмотрим, тест отдельно я потом сделаю, ну и теперь чуть поподробнее. Вот у меня тут куча самодельных, самопальных крючков, и вот чтобы, допустим, ручки были поудобней, можно их там изолентой, кто-то пластизолем делает, кто-то еще чем-то, но можно в том числе и пластик одевать. Я уже показывал, вот один из вариантов, вот такая мягкая, как бы утеплитель, но она мягенькая такая, скажем, слабая, наверное, все-таки будет эта штукенция. Вот, а это трубочки довольно-таки жесткие, их можно одеть. Ну, это я для примера. Вот, подобрать тут разных диаметров он мне выслал, если понравится. Ну, и эстетически они как бы приятно выглядят, на ощупь в руке неплохие. Вот таким вот Макариусом можно будет пользоваться. Кто-то примет к сведению, кто-то сделает, попробует, как говорится. Кому-то поможет. Можно и вот такими вот вариантами делать. И такими. Переходим к следующей позиции. Вот, к примеру, насадочки. Тоже самодельные. Все это вот таким макариусом можно одевать. И более мягко давить. Либо. Вот она оделась. Вот. Либо, опять же, на пробойники можно то же самое, допустим. Но я еще как бы не знаю, не пробовал, попробую. Потом, как говорится, поделюсь своими впечатлениями, на что они годны и как они работают. Вот таким образом. Вот они накручиваются, везде резьбы у меня одинаковые, М8. Вот. И можно либо так забивать, либо использовать как подпробойник. Все мы знаем, что вот эти вот вещи с молоточков снимаются. Или на пробойник на обычный накрутить. Вот такого фасона пробойничек. Это, правда, с резьбой другой. Немножко это импортный китайский не подходит, но аналогию понять можно. Вот. И третий момент, опять же, ссылка будет, это термоклей. Еще раз покажу. Фамилия у него Заклей. И номер его 701. Сейчас посмотрим, наберем в интернете, что нам скажут. Вот уже набирая в поисковике, сразу же у нас в поиске выходит сразу Заклей 701, термоклей. Вот, смотрим.
Вот он, этот клей у нас как раз. Вот, он выскакивает. Находим здесь, вот их тут несколько наименований, 701, 2, 3, 5, ну и так далее. Куча термоклеев тут. Вот, ну мне достался вот такой. Тут характеристики написаны. Что тут за него пишут? Открытое время 45-50 секунд, время схватывания 15-20 секунд, температура нанесения рабочая 160-190 градусов Цельсия, точка размягчения 86 плюс-минус 5 градусов, вязкость при 170 и так далее, и так далее. Ну что, уже что-то можно почерпнуть. Вот так вот. Все, спасибо за внимание, Дим. Еще раз тебе спасибо. Значит, для тех, кто интересуется, ссылочки я о клее и об этих насадочках выложу внизу видео. Как только найдутся, я все это скину. Все, всем спасибо, пока-пока.